Сегодня посмотрите, когда принесли сюда реликвии, как они говорили, реликвии посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, хотя это не доказано. Никто не может доказать, что эти реликвии принадлежат посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Вы посмотрите, миллионами людей пошли туда, поехали. То есть мы знаем с разных краев, с очень далеких краев приехали люди посмотреть, увидеть реликвии, как они утверждают посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. А когда раздается, как Абу Хурайра, радиаллаху анху, говорит, наследство пророка, настоящее наследство посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, мы почему-то не видим эти миллионы людей. Даже тот, кто живет рядом с мечетью, не может зайти и послушать. Потому что этот человек не понимает суть религии. Этот человек следует только лишь внешним красотам. Последовали за христианами и иудеями.